Девочки, всем привет, дорогие мои! Мы с вами сегодня в Юникло, и я тут наткнулась на Юникло Си. Здесь, во-первых, есть... Мы сейчас что-нибудь померим, но, во-первых, здесь есть вот такие тренчи по $150. Ой, сейчас я очки надену, а то я ничего не вижу. Так. Значит, тренчи за $150 и вот такие вот красивущие юбки. Лессированные за 60. Вот, за 60. Есть вот такого синего цвета, есть вот такой зеленый с синим поясом в точечку. И есть вот такой темно-синий в зеленую точечку. Я прям растерялась, что брать. Вот такие вот есть кардиганы по 50. Они из разных цветов. Хорошенькие такие, миленькие. Есть полосатенькие свитера, которые уже везде и всюду были и остались. Ну, в общем, вот этот юникловский. Тельняшечка такая, Юникло Си. Вот видите, с чем они предлагают носить эту юбку? Сейчас я вам покажу. Они предлагают носить эту юбку вот с этим вот... Нет, это другой тренч, но неважно. Вот с такого типа тренчем. Он тоже сейчас за $80, Юникло Си. И вот эти свитера есть прям тельняшка. Белый в полоску и синий в белую полоску. За 50 они, да? Да, тоже за 50. Значит, и вот эти вот кофты, вот эти вот тоненькие кофточки, они есть вот всех таких пыльной розы, синий, зеленый, красный. Вот это вот, вот видите, на манекене вот эта вот штука. И плиссированная юбка. Так, дальше вот такие вот блузы, рубашки, которые... Ну так, мне не нравятся они совсем. Вот такие вот, белые, зеленые. И есть вот такой вот в клеточку Юникло Си. Барышня-крестьянка из серии. Ой, вот такие вот есть платья. Посмотрите, какие сарафаны красивые. За 80. Вот уже. Теперь уже цены пошли за 80. Значит, они есть прямо вот красиво голубого в красную точку. Красный в синюю точку. Вот такой расцветки. И вот такой расцветки. Похоже, как на юбке, только... есть, по-моему, просто черные. Вот такие, в общем, разных они из цветов. Смотрите, какие интересные есть лоферы. Я бы взяла померить. Интересно, никогда не было у меня обуви Юникло. Ну, я не знаю, если у них вообще бывает, в принципе, мой размер 6. Стоят они... Я не вижу. Стоят они... $59, 60. Мне бы надо бы 5. Я думаю, что мне 6 будет большой. Я не знаю, если у них есть 5. Хотя у японцев, у японок, вернее, маленькие ножки. И по идее они должны производить маленькие размеры. Но не знаю, завозят ли они их в Канаду. В общем, я потом поищу. Так, рубашки такие. Вот такие, значит, простые рубахи. Брюки в полоску. Уже летние за $60. Брючки вот такие, они есть синие, и есть вот такие бежевые в полоску. Сделаны они из хлопок со льном. Так, что я тут пропустила? Вот такие кофточки есть. А все уже летняя одежда. Вот они есть такие. Сейчас я повешу сюда, чтобы вам было видно. Так, почем? 40. Дорого. Я думаю, что это тоже район, лен, хлопок. Вот хороший состав. Видите, с такой немножко мережкой. И они есть вот такого цвета и такого горчичного, и вот такой голубой. Вот белые есть и черные есть. О, в Юникло навезли много. Отлично. Очень много летней одежды. Брюк много. Сейчас мы с вами что-нибудь померим. Вот это какое-то новое платье на манекене. Видите, какое интересное? Я надеюсь, что я его сейчас найду в магазине. Хотелось бы померить. Летние сарафаны оранжевые. Вот такой вот. Они, по-моему, были в прошлом году. В этом году они по 70. Помните, я вам в прошлом году говорила, что все дешево. Нифига не дешево. А, видите, вот эти платья уже на распродаже. Помните, мы с вами их примеряли? Они уже по 40, по 50, были по 60.
Вот эти вот кардиганчики мы тоже мерили, они еще не на распродаже. Есть много всяких кардиганов. Есть вот такие вот свитера, полоску. Ну, обычные, совершенно гладкие. А это те же самые платья на сейле. Халабов что-то никаких я не вижу новых. Но появилось много летней одежды. А вот эти платья, почем они? По 50. Они не очень-то дорогие, знаете. Симпатичные. Я поищу себе такое, если найду. Так, юбки мини короткие, свитера в дырочку. Все. Вот они, эти платья. Они серые и черные. Вот такие смешные комбинезоны. Мы все это не будем мерить. Мы потихонечку с вами. Комбинезон. Я, по-моему, в прошлом году такой примеряла. Он выглядит смешно, как Карлсон, а сидит неплохо. Вот они, видите, его можно вот так носить и вот так носить. Вот это мне нравится, в полосочку. Так, вот эти платья. О, какие красивые, мне прямо нравятся, посмотрите. За $70, вот с таким вот квадратным вырезом. Я, наверное, возьму его в примерочную, если найду свой размер. Есть бежевые, есть черные. Так, это мы с вами видели, это на распродаже трикотажные. Так, что еще, еще, еще? Вот эти платья тоже я вам показывала, по-моему, у меня есть похожее платье. Мы, по-моему, даже что-то такое мерили с вами, да? Уже. Господи, я уже не помню, девочки, где я что мерила и где я что, что видела. Полный в голове этот, все перепуталось. Ну и тут всякие вот футболки в полосочку, миллион футболки, футболки и разные топы, лонгсливы, футболки, наверное, шорты всякие еще не появились, мы с вами потом их будем примерять. Так, это такие маечки с длинным, без рукава совсем, вот такие вот, за $20, кстати, неплохие, но я бы хотела черные, я не знаю, если у них есть. Так, ну что, пойдемте, давайте я сейчас что-нибудь посмотрю. Брюки. Но на брюки у меня сегодня нет настроения. Давайте будем примерять. Будем примерять платьица. Много новых платьиц. Так, друзья, мы с вами в примерочной. Как вы видите, я принесла разные всякие вещи, которые вам показывала. Джинсовую юбку хотела померить в прошлый раз. Забыла. Сейчас померю. Вот этот Uniqlo Си, платье. Нашла, знаете, чисто шерстяной свитер за $30. Сейчас они на сейле. Померяю. Может быть, я возьму, потому что хорошая цена. И свитер такой белый, обычный, не такой, но обыкновенный. Всегда везде его можно носить. Там есть еще раз другие цвета, но все какие-то размеры не те. Хотя я сейчас померю ларч, там был экстра ларч. Голубой и зеленый. Если мне ларч будет маловат, я, наверное, выйду и возьму себе. Хотя белый всегда, мне кажется, лучше всего, всегда можно его с чем-то сочетать. Так, я сегодня в юбке, в обычной, свитер обычный, ничего на мне такого нету. Переходим к примерку. Девочки, джинсовая юбка, хит прошлого сезона, длинная джинсовая юбка спереди с большим разрезом. Я не знаю, если они остаются хитом в этом сезоне, но в прошлом они были хитом. Наверное, в этом тоже. Юбка из Uniqlo, я считаю, очень достойна. У меня 8-й размер. Может быть, если бы у меня был 10, я бы могла спустить ее пониже. Я не знаю, если это нужно. Вот она у меня на талии сидит, да? Может быть, мне нужен больше размер? Она, может быть, должна быть больше на бедрах, а может быть, она должна быть на талии. И свитерок из Uniqlo U. Очень базовая темняшечка. Я взяла small. Как вы видите, они не маленькие. Я специально не хотела очень большой оверсайз, потому что, мне кажется, с этой узкой юбкой хорошо. Вот такой вот не очень большой широкий свитер. А большой свитер у меня есть этот белый, но я, может быть, померю с этой юбкой и посмотрим, что лучше. Так. Да, свитерок, по-моему, он хлопковый, но я потом вам проверю, скажу. Очень хорошо сделан. Это Uniqlo Си. Такой, они, я вам показывала в зале, есть белый, в синюю полоску, это темно-синий с белым. Можно побольше размер, можно поменьше, смотря что вы, с чем вы хотите его носить. Вот с такой юбкой, мне кажется, размерчик, а больше, особенно большой, не надо. Ну, можно было и медиум, конечно. Вот так это выглядит все вместе. Очень такой современный комплект, городской, на работу можно, куда угодно можно. Юбка сделана хорошо, в ней не торчит живот. Смотрите. И не торчит попа. Мне кажется, она как-то сзади стирается у меня на попу, потому что мне, может быть, нужен 10. Ну, мне
кажется, как-то сзади короче, чем спереди. Или мне кажется, может быть, мне кажется, ничего такого. Что мне надо больше размер. Ну, в общем, вот такой комплектик очень приятный. Так, что тут у нас? У нас 27% хлопка, все остальное полиэстер и акрил. Размер small, $50. Я думала, что он полностью хлопковый. Такое у меня сложилось впечатление про него. Видите, они довольно широкие, эти свитерки. Такой вырез V, кстати, люблю тоже. И по ощущениям, прям как будто хлопок. А на самом деле, видите, хлопка всего 27%. Что тут еще пишут про него? Uniqlo C. А, ну это Uniqlo C, всякие описания, что это к чему. Интересно он сделан, у него как-то интересный рукав реглан. Или не, нет, не реглан, рукав обычный, но вот это вот здесь как-то так сделано. Сзади полосочки, а спереди вот так это все как-то пришито. Интересный свитер. Не просто тельняшка, а такая интересная тельняшка. Ну хороший же свитер, чисто шерстяной. Может быть, мне надо экстра ларч. Это ларч. Как вы думаете? $30 сейчас. Вопрос, нужен ли он мне. $30 недорого для шерстяного свитера, но с другой стороны, если не нужно, то не нужно. У меня столько свитеров. Он какой-то никакой, правда? Кроме того, что он чистая шерсть и цена хорошая. Такой обычный совершенно свитер, такой свитер, как вот обычный свитер, обыкновенный, не знаю. Неплохой, конечно, но может мне надо было размер побольше. Видите, он мне так прямо тут плотненько так, может мне как раз экстра ларч будет в самый раз. Так, и юбка, это 8-й размер, $50 она стоит. Юбка хорошая, прям к юбке претензий нету. Прям хорошая такая юбка, правильная такая, длинная, сзади кармашки. Кокеточка, все как надо. Если вам нужна вот такая юбка модная, и вы не хотите очень много в нее вкладывать, потому что она может выйдет из моды скоро, $50, а если дождаться распродажи, может быть, еще дождемся и купим еще ее $40 вполне может быть. А сейчас она стоит 50. Но юбка такая зачетная. Она чуть более голубая, и вот такого вот синие джинсы тоже. Юбка от Uniqlo C. Если вы видели, я снимала, там их было разных цветов. Они, видите, какие интересные? Она спереди вот здесь вот короче. И, по-видимому, сзади тоже. А более удлиненная по бокам. Они делали этот фасон, по-моему, в прошлом году. Я помню его. Вот это вот спереди короче, сзади длиннее. Я очень люблю плессированные юбки. Я считаю, что они никогда не выходят из моды. У меня их много. И мне они до сих пор нравятся. Я не знаю, что-то есть такое в этой глиссировке, что меня завораживает. Цвет очень красивый, зеленый. Там есть несколько цветов. Так, вот я с этим свитером померила. Вот он длинный. Посмотрите. Смотрите, вот так. Вот с этой юбкой он выглядит немножко лучше. Потому что она широкая, и свитер такой лучше, когда он чуть-чуть поуже. С какой-то юбкой такой типа в белевом стиле, или вот такая плессированная, или такая клешная какая-то, мне кажется, что вот такой свитер не надо шире. Если будет шире, то я буду как всякая большая, широкая, чья и так маленькая, так еще буду больше. Короче, я его заправила, чтобы вам показать юбку, но он комячится так некрасиво, не обращайте внимания. Значит, вот она сверху, у нее резинка, в тон вот этим вот точечкам синеньким, видите? Вот, резинка. Размер у меня ларч, и она мне, в принципе, нормальна. Я хотела еще медиум взять. Чего я медиум? Зачем мне медиум? Медиум у меня был вообще узкая была. Она мне прям так тетенька в тетеньку. Так что ларч мне в самый раз. Даже то, что здесь резинка, не делает ее как бы небольшой. Красивая юбка. Люблю плессировку, еще раз покажу. И никогда не разочаровываюсь. Всегда с чем-то могу носить. Всегда у меня есть как бы плессированная юбка, любой свитер, блуза. Я не знаю, мне так нравится. Единственное, что... Ну вот эта резинка, с одной стороны, это удобно. В нее можно кушать, в нее можно сидеть в ней спокойно, вам ничего не жмет, не поджимает. С другой стороны, ну вы знаете, вот я заправила и ничего. Особенно то, что она сделана другого цвета, это даже придает какой-то более какой-то фасонности. Так, ну вот смотрите, видите, он стоит сейчас 30, стоил 60. 100% шерсть, вот, где написано, это по-английски, нет, на каком-то языке, господи, а вот же, 100% шерсть, вот, и вот такой вот обычный, совершенно не знаю, хорошая цена и шерсть, но надо оно мне, столько у меня свитеров.
Это премиум ламсвол. Видите, премиум ламсвол. Это хорошая шерсть, не просто так. Не знаю, посмотрим. Вы такие будете смеяться, но это таки медиум. Я долго колебалась между ларч и медиум. Посмотрела, что ларч какие-то очень большие. И взяла медиум, и не ошиблась. Они действительно... Ну, ларч тоже было бы нормально, резинка. Но и медиум мне нормально сушили. То есть не жмёт там ничего. Видите, у нее здесь резиночка. Uniqlo C. Значит, $60 она сейчас стоит. Все синтетика. И вот такая вот. Ну, симпатичная, красивая такая расцветочка. Интересная, не просто. Красивый цвет, на самом деле. И вот эта вот резиночка как-то добавляет... Ну, $60, конечно, дорого. Я думаю, что их так много. Я думаю, что они будут довисят до распродажи. Если мне приспичат, они приспичат. Так, в общем. Короче, не буду пока, конечно же. Вот такое платье. Не совсем мой фасончик. Значит, они серебристые, такие серые. Даже такой серо-перламутровый. Красивый цвет. Черный и вот такой синий. Я почему-то захотела взять синий. Значит, у меня к нему несколько вопросов, потому что это large. И вот тут оно мне, видите, великовато. А живот прям тютелька в тютельку, потому что, и даже он выделяется немножко, потому что, видите, оно из такой ткани, которая узенькая и так собирается. Значит, пояс, вот эти вот штуки для пояса, шлевки, очень низкие. Я его вытащила и завязала повыше, потому что для меня это очень низко. Хорошая длина, хороший фасон, в принципе, хороший фасон. Оно интересное, классическое такое тоже, знаете, его можно... носить с чем хочешь, с любыми украшениями, красивый пояс можно свой завязать. Можно под низ надеть что-то с длинным рукавом, чтобы вот это вот не было вот этого, и оно тогда будет как бы и зимой можно. Но не для меня. Не мой фасончик, а девочки, у которых нет живота, и вот тут вот все вот это вот как бы менее выпирает, выпуклое. То есть вот так вот в профиль, видите, даже не сказать, что живот торчит сильно, но... Он виден. Он виден. Может быть, это свет яркий такой, я не знаю. Ну, в общем, короче. Это не мой фасон, я его. Не моя ткань, вернее. Я когда его брала, я так и думала, что, скорее всего, оно мне будет не подойдет, но я решила пометить, потому что вот эти вот ткани, которые такие, знаете, как гармошка, типа трикотаж, обтягивающие, узкие, вот эти, это не мой фасончик. Вот сейчас у меня другое есть в покое, я померю. Вот это, скорее всего, будет мой фасончик. Так, это платье стоит $50. Цена недорогая, размер large. Все, конечно же, полиэстер. 95,5% спандекс. Вот этот цвет голубой. Вот такой вот оно. Приятное, очень приятное платье, но не для меня. И это уже теперь из дешевых. $50 стоит в Uniqlo теперь платье, которое подешевле. То есть простых, из дешевых. Но я вам хочу сказать, оно симпатичное. Оно приятно смотрится. Серый цвет. Очень красивый, но совсем не для меня. Если у меня в этом торчит живот, то в сером вообще будет очень сильно торчать. В общем, хорошее платье, но не мое. Вот это намного более мой фасон. Мне в нем, в принципе, нравится все. Мне нравится в нем ткань, потому что это какой-то хлопок, скорее всего, может, не 100%, но много хлопка, я думаю. Мне очень нравится вот этот квадратный вырез. Это очень женственный, очень редко встречается, знаете, в одежде вот современной. Почему-то очень редко делают вот такой квадратный вырез. И Uniqlo делает его очень, довольно часто. Вот некоторые у них фасоны есть, что они вот такой вот делают квадратный вырез. Очень красиво. Значит, оно как-то сделано, видите, у него здесь три шва. Только оно как-то криво нам не сидит. Короче, у него есть небольшой рукав, что очень удобно, потому что совсем без рукава иногда не очень удобно. Во-первых, там жирки все видны, во-вторых, холодно иногда бывает, когда кондиционер. У него есть карманы, что тоже мне очень нравится. У него очень красивый цвет, и мне вообще оно очень нравится, это платье. Оно... Сейчас покажу. У него хорошая длина, это ларч. И я чувствую, что, может быть, мне надо экстра ларч как-то. Ну так, плотненько, плотненько оно на нем сидит. Груди, и вот тут как чуть-чуть отпечатывается. Может, даже надо было экстра ларч. Я боялась, что оно мне будет здесь под мышкой велико. Ну, во-первых, оно мне совсем не велико. А во-вторых, когда есть рукав, это не страшно. Вот в этом платье, видите, у него вот здесь вот пройма большая. Если еще на размер больше, она вообще будет болтаться где-то. А я даже не знаю, что есть экстра ларч. Может, и нету. Может, ларч сам. Нету, кстати, нету. Это самое большое платье, красивое, зачетное. Такое, я сейчас посмотрю состав. По-моему, $80 оно стоит. Мне оно очень нравится. Потому что я вот люблю вот такие платья. Вот такое вот платье Uniqlo на лето. Где
Девочки, не ругайте меня, я опять лоханулась. Это медиум. Почему я взяла медиум? Я подумала, что нету, не было ларч, или я подумала, что оно мне будет большое. Я, как всегда, понадеялась на себя слишком. Короче, это медиум. Значит, ларч мне будет вообще точно. Очень, очень хорошо. Если медиум даже мне так неплохо, то ларч вообще будет идеально. Значит так. Берите лучше ларч. 33% лион и 67% лиоцел. Прекрасный состав. Стоит 70 баксов, немало. Но вот так вот оно сделано. Видите, оно прострочено все до низу и сзади. И сзади тоже есть два шва и замочек. Хорошо сделано платье, кармашки. Мне прям оно очень нравится. Особенно если я возьму размер побольше, потому что я что-то... Или не было ларч, или я таки не нашла его, я что-то последнее. Почему я решила, что это последнее? Девочки, я когда снимаю, а потом я начинаю что-то искать, и мне, знаете, немножко потом... Ну, в общем, это не просто вот так ходить, снимать, потом выбирать размер, потом искать, что тебе твой размер. Короче, в общем, вы меня поняли. Кто такой, как я, лучше берите ларч. Оно будет свободнее, тем более, что это лен или ацел, оно не тянется, вообще совершенно не тянется. То есть оно так плотно-плотно сидит, а платье мне очень нравится. Очень, прямо очень. Так, все, вот такие у нас были примерки. Платье мне нравится, юбка вот эта мне нравится. Тоже надо ларч и надо ларч. Сейчас меня будут так ругать, меня все время ругают, что я таскаю размеры меньше, чем... Беру размеры меньше, чем мой, что я все себя считаю худее, чем я есть. Не знаю, девочки, так получается, я просто смотрю на вещь, вижу, что она на вид очень большая. И мне кажется, что она очень большая. Например, вот этот свитер, да, я взяла смол, потому что они очень большие. Ну, в общем, короче, ругайте меня, вы будете правы. Я что-то с турница тащу не те размеры. Надо было ларж. Я все еще себя считаю худенькой, хотя я уже давно не худенькая. Не то, что я себя считаю худенькой. Я помню когда-то, что я еще в начале моей ютубной карьеры на Юникло примеряла смол. Опять ор у нас там за дверью. Юникло примеряла смол в основном, и даже экстра смол. Поэтому я все как-то вот медиум, что-то меня. Ну, в общем, ругайте и будьте правы. Пора писать, мне надо ларч. И где были мои мозги? Потому что вот эти вот приталенные, еще широкие платья, ладно, а вот эти приталенные, ну какой мне медиум? Ларч, конечно. В следующий раз, если я приду, может быть, я еще в следующий раз померю другой размер и покажу вам, если он будет. В общем, короче, ругайте меня. Вы правы. Все, на сегодня все. Всех люблю, целую. С вами была Тита. Всем пока, бай-бай.